Сергей Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн», и прямо сейчас расскажу подробности. ТАСС сообщает, мэр Москвы Сергей Собянин назвал дезинформацией сообщение о том, что в связи с коронавирусом в столицу будут вводиться войска. В документальном фильме «Коронавирус. Все, что нужно знать», вышедшем на Первом канале, мэр столицы поделился следующим. Полная чушь, просто взяли старые кадры, заснятые с каких-то военных парадов. Он подчеркнул, что эти сообщения – домыслы или специально вброшенные фейки. Сергей Собянин также опроверг слухи о том, что власти планируют закрыть столичную подземку. «Его невозможно закрыть, иначе мы развалим всю систему метрополитена», – завершил градоначальник. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!